Здравствуйте, с вами снова Залим с магазина «Первая коляска», и я вам хочу сегодня рассказать про прекраснейшую коляску компактного сегмента компании «Mamas & Papas». Отметил бы, что данный производитель относится к премиальному сегменту, и в данном случае получился и премиальный продукт. И опять-таки, раз начал с этого, отметил бы, что премиальность здесь чувствуется именно в материалах. Материалы обивки, то, как, соответственно, проработаны детали мельчайшие, то есть эти кнопочки, молния и то все регулировки, все подтянуто до максимального уровня. Ну и рассказывать начну вам коляску по порядку. Отметил бы, что ручка в этой коляске регулируется. И регулируется в двух положениях. На самом деле эта функция встречается в компактном сегменте довольно-таки нечасто. Регулировка по высоте, отметил бы, что от 86 до 98 сантиметров регулировка. Высота от пола, естественно. Козырек здесь не глубокий по умолчанию. Закрывает не очень глубоко ребенка. Но при этом есть дополнительная секция. Дополнительная секция позволяет увеличить до приличных размеров козырек, чтобы ребенку было уже комфортно в не очень хорошую погоду. И спинка раскладывается у нас в четырех положениях. Спинка раскладывается рычажком. Опять-таки, вот сам рычажочек, здесь постараемся вставить отдельно, он прям прекрасного материала и очень приятно отжимается. И раскладывая спинку до горизонта, соответственно, четыре положения здесь, как я уже говорил, встречается. Такое еще одно промежуточное здесь есть. И вот горизонтальное. Подножка тоже отдельно регулируется. Длина спального места здесь 84 сантиметра. Этого размера достаточно, чтобы и рослых детей спокойно возить в данной коляске. Отметил бы сразу, что и в лежачем положении козырек уже не очень глубоко закрывает ребенка, даже практически не закрывает. Поэтому в непогоду здесь не лишним будет использовать конверт. Но для спасения ситуации, если нет конверта, здесь в комплектацию уже включен дождевик. Поэтому в какой-то мере это спасет вас. Для безопасности, опять-таки, перевозки здесь используются пятиточечные ремни. Пятиточечные ремни имеют мягкие накладки на плечевой зоне и в паховой области. Также бампер. Бампер откидывается с одной стороны. Можно и со второй стороны, естественно. Это вполне удобно, чтобы легко усаживать ребенка. Отметил бы, что очень качественный кожзам используется и на ручке, и на бампере. Они одинаковые, одного цвета, естественно. В опущенном положении подножки у нас остается полочка, чтобы с определенного возраста ребеночек сам мог вставать туда, ну, либо залезать самостоятельно в коляску. Стоит отметить и про багажничек. Багажничек – это не сильная сторона данной коляски. Он не очень объемный, и доступ к нему довольно-таки ограничен. Но при этом отметил бы, что уже в комплект входит входящий дождевик, ремешочки. Это все будет уже здесь лежать в комплекте. Конечно же, и не упущу колеса. Колеса здесь задние, они чуть-чуть побольше, чем передние. То есть диаметром спереди 13, сзади 17 сантиметров. Из цельной резины. На самом деле данные колеса позволяют вам уверенно, легко и довольно-таки бесшумно использовать коляску. Коляска даже способна и зимой комфортно ездить, конечно, если не по сугробам. Здесь отмечу, что вполне неплохая амортизация и спереди, и сзади используется для комфортной эксплуатации коляски и по мелким неровностям. Складывается коляска несколькими движениями. Чтобы сложить коляску, нам надо сначала откинуть спинку вперед до конца. Затем козырек откидывается в обратную сторону. И удерживая кнопочку, опускаем ручку и убираем вперед. После чего нам остается поднять только коляску. Коляска в сложенном виде размером будет 55-45 на 25 сантиметров. И весит коляска 7,5 килограмм. В комплектацию здесь входит сумочка. Ну, ремешочек, чтобы на плечо можно было закинуть коляску, и дождевик. Коляска стоит в сложном виде,
и удобно носить за счет того, что имеется ручка. Более подробные характеристики данной коляски и где можно купить, вы можете увидеть по ссылочке внизу под видео в описании. Все, что хотел рассказать про данную коляску, рассказал. Коляска действительно стоит того, чтобы ее как минимум рассматривать. А выбор, конечно, конечный будет за вами. Все, что я хотел рассказать, рассказал. И до новых встреч. До свидания.